Всем привет, на связи Егор. Это одно из наших первых видео нашего канала Family Life. И сегодня я хотел бы затронуть тему. Это интернета не в городе, а в области. Мы проживаем в небольшом селе Пермского края, село Ускачка. И здесь у нас нет такого подключения, как вот из подъезда, да, как у всех, наверное. Вот. И поэтому сегодня мы купили такую штуку, это как USB модем от компании Yota. Они гарантируют, что будет 4G. Вот. И поэтому решили заснять маленький видеообзор по его распаковке и установке. Открываем первый раз коробочку при вас, то есть сами не лазили ничего. Так, тут, видимо, первая инструкция. Инструкция. Вот сам модем. Как его? А вот. Ага, вот как, значит. Так. Ну, давайте попробуем. Включить. Находим на компьютере USB порт. Находим для суба. Молодой человек сказал, что должен загореться человечек. Будем ждать, чтобы он загорелся. Пока вроде ничего не загорелось. Читай по конструкции. Напомню вам, скажу о том, что цена вот этого именно USB модема, у них есть три модификации, то есть который как точка доступа на компьютере, то есть не раздающий Wi-Fi. Потом, как точка доступа на компьютере с Wi-Fi, то есть у нас вот этот модем еще раздает Wi-Fi, цена его 2990. И также у них есть еще один модем, который раздает Wi-Fi и еще имеет свою батарею, то есть можно не от сети пользоваться. Вот смотрите, загорелся человечек синим, как мне молодой человек рассказал, что... То есть уже можно начать тут. Самое, что я сказал, зайти первый раз в Internet Explorer, как бы активировать, так скажем. Ну. Йота. Давайте зайдем. Посмотрим. Вот. Что видим на экране? Приветственное окно, добро пожаловать в Йота. Чтобы начать пользоваться интернетом 4G от Yota, активируйте устройство. Продолжить. Нажимаем. Нет, спасибо, дайте рекламу. Загрузка пошла. Ну, давайте дождемся. Подключение. Придет код активации. Так, давайте я ввожу свой номер. Берем телефон, я его выключу на минуту. Вот, но как уверили меня в точке продаж, что в селе Ускачка Пермского края есть вышка 4G и у нас должно все работать. Еще раз. Я присылаю сюда у меня сообщение. Почему? Так. Вот. Продолжить. Вот, создаем профиль. Это у фигура. Пароль. Так.
подтверждение пароля. Бери пока. Куда тебе? Внешний вид устройства. USB принтер. USB штекер и резьё микро USB. Все. Заполнил я профиль. Нажал Enter. Пришло сообщение, что поздравляем, вы стали клиентом Йота. Номер счета. Ну, давайте подождем. Что же будет дальше? Вот. Появилось окно о том, что говорил менеджер. То есть 7 дней тестового периода получается. Тут можно регулировать скорость. Регулировать скорость. Вот он сказал, что 7 дней. Как бы так что. Ну давайте вот там на среднем. Ага, вот. 9 дней, тут 7 дней. Давайте вот на таком попробуем хотя бы. На среднем, так скажем. Подключаем. Продолжить. Продолжение напомню позже. Давайте вот пропустим. Вроде как что-то у нас получилось. Давайте посмотрим погоду, допустим. Погода вон, а там почта. Погода Екатеринбург. Ну, давайте просто погода. Ну вот, загрузилась. То есть не скажу я, что прям мега скорость, конечно. Но кое-что. Думаю, самый большой, наверное, проверкой будет эта загрузка видео, да? Давайте посмотрим, как у нас посмотрит он видео. Вот тут популярное, вот допустим, давайте тут вот какой-нибудь побольше. Ну вот давайте, вот кино какое-то. Может быть, конечно, скорость не максимальная, так как все-таки тестовый период. Поэтому, ну, попробуем. Ну вот. Подождали мы немножко, конечно. Ну, судя по загрузке, загрузка опережает сам плей. Ну, подлагивает. Это сериальчик придумали. Подлагивает. Давайте, если мы попробуем, допустим,
Скорость. Тут не знаю как. Ключный кабинет, он. Нажми вон там, да. Правый угол. Профиль, да? Вот, давайте сейчас увеличим скорость. 71 час останется. Ну, давайте. Ну, 171 час. Три дня. Если мы на такой скорости будем. Вот, давайте сейчас. Как три дня, если 7 дней тестовый период? Ну, то он, видимо, так и будет. Ну, 7 дней просто. Давайте сейчас. Что-то он сам подлагивает, правда, мне. Давайте снова попробуем. Как ни странно, быстрее загрузилось, я думаю, вы сами обратили внимание на это. Смотрим на загрузку. Ну, в принципе, давай. Неплохо. Как бы что-то. Вот смотрите, обращу внимание, что здесь вот показывает, что VPN подключение, то есть не Wi-Fi, не Wi-Fi. Вот хочу сейчас с телефоном пробовать подключиться. То есть просто посмотреть, что он что-то найдет или нет. Честно, я даже не знаю пароль. Знаю пароль. Но вот просто поискать. Вот он. Подключен, написал. Видимо, нет еще пароля, поэтому надо его срочно поставить. Факт в том, что подключено. Извините, что телефон разбит, но вот видно, что это подключение. Mm-hmm. То есть, вот. Так, ну вот, мы, в принципе, с вами провели первое включение. Открытие коробки вместе с вами, модема Yoda. Я думаю, что через 7 дней я им его не верну. Так как тут у нас вариантов все равно нет, придется пользоваться им. Вот. Что скажу по факту, что скорость я проверю в течение сегодняшнего вечера, наверное, все равно там буду видео загружать. И вам уже в дальнейшем видео об этом обязательно расскажу. Спасибо за внимание. Пока-пока.